Усен, здрасте. Насмотревшись моих фоток в Инстаграм с едой, я так понимаю, Диана возжаждала этой еды уже не в фотках, а в видео. Хоть я снимала на фотик те свои кабачки, но никуда не выкладывала. Только на телефоне то, что было. И, в общем, вот я тут вам частично попытаюсь заснять, как я тут супчик буду варить. Вот это вот застывшая жижа. На самом деле это супер концентрированный бульон мясной, там где-то под этим слоем белого, наверное, жира. Или не знаю с чего, потому что сначала он был жидкий, маслянистый такой. У меня находится несколько кусочков мяса. Точно не уверена, то ли это свинина, то ли это говядина, я ее путаю. Но вот она вот есть. И кот у меня еще хомячит то ли свинину, то ли говядину. И мне досталось немножко ему. Мне в основном бульон достался. И немножко мяса, все остальное ему. Это на случай, если вдруг кто-то считает, что я кота голодом морю или кормлю только сухим кормом. Вот теперь оно у нас на газу. Подожду, когда оно растопится. Долью к пыточку, чтобы было уж не так уж круто, густо и так далее. Этот концентрированный бульончик и... Решила я сварганить вообще свекольник. Смотрела в интернете кучу разных рецептов, замороченных и не очень, и решила сварганить свой от балды. Не знаю, делают так или нет, но Маша говорит, моя подружка, из хороших продуктов плохого не выйдет. Вот посмотрим. Вот тут у нас две свеколки и картошинка. Это то, что надо порезать и почистить. Сначала почистить, а потом порезать. Остальное, в принципе, помидорку можно, вообще первая попавшаяся с окна помидорка, можно будет просто помыть и порезать. А все остальное, что я туда собираюсь добавить, оно уже как бы готово. Осталось только из морозилки достать и зафигачить. Ну и вот тут у нас оно булькает. Помешала я его. И можно уже, думаю, доливать кипяточку. И долил Лёлик кипяточку фильтрованной водички. Вообще не знаю, надо ли снимать себя, как я это все чищу. Я тут в спортивных штанышках и свитере, ибо у нас все еще дубак. Батареи холодные хоть вчера, их как бы воздух с них спустили на кухне. И мой звонок в жилсервис ничего вообще мне не дал, кроме слегка хамского отношения, как обычно. Ну да, можно привыкнуть уже. Где живем? В России. Это вам не Япония. Яблочный завал, который все ждет, когда я его или съем, часть из него, и часть посушу. Но у меня пока там надо снять шиповник, прежде чем посушить. Попытаюсь я все-таки почистить вам на камеру. Кайтошечку. Кайтушечка.
жопку срежем. Она красится, что мокрая, что сырая, что вареная, ё-моё. Вот у меня порезанная картошечка. На фоне красного месива, то бишь Калины, который у меня еще тазик остался, у меня руки сегодня до нее не доходят, не могу ее видеть. У меня сегодня выходной от Калины. И стол тоже у меня слегка уляпан Калиной. Конечно, надо было, наверное, протереть его, но что-то я совершенно забыла. У меня, как обычно, все спонтанно. И вот видос я все-таки частично пишу для вас. Как вот это вот, по просьбе Дианы, да, как я тут хавать готовлю. Так, кстати, в среду еду в Ярик. Кто там жаждал меня увидеть, я где-то в 13:20 прибываю в Ярик, но я встречаюсь там с подругой, которая здесь живет, и мы с ней гуляем, но если вы вдруг решите что, то дайте знать. Когда у тебя есть собственное лавровое дерево. Свекла. Как вариант, ее можно потереть, но что-то у меня с терением свеклы, вообще таких морковки, сырых вещей как-то сложно. То ли силы, то ли каши мало ела, то ли руки не оттуда растут. И да, кстати, вон там у меня листик плавает. Видно, наверное, его лавровый. Вот она у нас, порезанная свеколка, и основа у меня пальцы в свекле. И мы ее турнем тоже помидоркам. И, кстати, вот как он у нас сейчас выглядит. Морковка и замороженные перчики. Зеленые, аянджевые. Ну, конечно, я не все это буду кидать, а чуть-чуть того, чуть-чуть другого. И вообще можно положить луковицу. Но что-то мне лень с ней возиться. Хотя, может, положу, не знаю. И вот оно у нас тут варится. Когда сварится, или завтра буду есть, то засниму. Ну и типа это, вот такой видос. Лук я решила не ложить, лениво мне. Ну, в общем, вот он тут сварился у меня. Ну и, наверное, все. Если буду, точнее, есть, то я его буду, но, в общем, если вдруг чего, то, может, я его сфоткаю в Инстаграм скину, как обычно. Такие дела.